1 июня подрядчики уходят из цирка, понятно, ну, не опять там дадим на недоделки. Дальше цирк начинает, ладно, я имею в виду все представители, переезжать уже в обновленное здание цирка, потому что сейчас все работники цирка находятся и живут в гостинице, и я в том числе. Поэтому, если кому-то интересен мой кабинет, мы тоже можем это показать в гостинице. Это следующий наш этап для реконструкции. Тоже к этому, я думаю, много приложим сил. Хотя сейчас мы делаем там своими руками косметический ремонт для того, чтобы и жителям, вы знаете, что арена всегда, в общем, пользовалась успехом, так как стоит в центре города. И жители часто бывали у нас, так скажем, да, посетителями. Поэтому 18-19 июня заезжает монтажная группа нашего первого представление нашего первого спектакля. 25-26 июня заезжает вся группа с животными, и 3 июля мы даем свой первый спектакль. Программа